Йога, с вами Шапки, мы продолжаем проходить игру под названием Cat Quest 2. Окей, так, в прошлой серии мы с вами нашли всякие осколки для создания какого-то божественного клинка. Мы пришли к магам, у них есть для нас задание. Хотя я так подумал, давайте-ка я, наверное, сюда сейчас приду. И улучшу магию. 250 аж. Сколько? 10% хилам? Подождите. Тогда он за одно прожатие будет мне фулл, да, восстанавливаться? Ну, так это имба. Ставишь хил и просто дерешься под хилом. И этот хил плюс всегда около тебя бегает. Я за то, чтобы прокачать его, слушайте. До 10 уровня. Сколько тут выйдет у меня? А, ну уже все. Типа слишком дорого выходит. Огонь даже тоже как бы не вариант. Ну ладно, давайте на раз вкачаю огонь. Ну да, видите, оно то есть дорогое очень свет. Ладненько, что у вас есть? Мои короли, не могли вы нам найти древний магический предмет? Секретный наруч. Итак, шука-невидимка, вот что нам надо найти. Тот, кто в ней ходит, становится невидимым. Большинство из нас слишком боятся выходить наружу, а шубка скроет у нас идеально. А, дедушка Мака вроде бы что-то знал о ней, но никогда не отвечал на наши вопросы. Он только что отправился на тайную встречу где около дремучего леса. Моим храбрым королей, не могли бы вы послушать и записать, о чем они говорят? Дополнительно, власть. А вы начинаете делать запись. Итак, молодежь ищет шуку-невидимку, но дело в том, что она принадлежит древнему магу, и только он знает, где она. Древний маг? Тот, кто открыл магию времени, он исчез много лет назад. Он каким-то образом сам себя поймал в ловушку в царстве замерявшиного времени. Мне кажется, снаружи что-то происходит. Лучше поберечь, чем так, жалеть потом. Хорошо. А, не успел подобрать. 57. Значит, чтобы найти древнего мага, нам нужно найти то самое царство, в котором он застрял. Но как? Я слышал, есть один путь, но раз ты знаешь, что царство существует, загляни-ка туда, когда... А куда выходит обзор круга? И найди вход. А, просто еще одна предусмотрительность. И... А, у меня закончилась мана. Все мюарно. Я считаю, что это слишком опасно. Но ты считаешь с твоим мнением, Мурнерва? Скажи ему не вмешиваться. Конечно, сейчас быстренько назад. Вы закончили делать запись. Надеюсь, они послушаются, что запомяутовано. Должно становиться запомяутовано. +3, а без 17. То есть плюс 6. Мои короли, вы вернулись. Вы успели записать хоть что-нибудь? Древнее царство. Вы даете могу свою запись. Значит, чтобы найти шубку, мы должны найти древнего мага. А что? А чтобы найти древнего мага, мы должны заглянуть туда, куда выходит обзор круга. Выходит обзор круга, обзор круга, круга, обзор
Кругозор. Мои короли, точно, вам нужно идти на Мордашкину Кругозор. Я не сомневаюсь, вы вернетесь с Шуканевидимкой, мои короли. Полетели. Блин, жалко, что у меня нету быстрого перемещения никакого. Ой, немного не туда, да, повернул. Хотите, давайте просто пойдем по сюжету. Потому что мне нужно будет полет, либо типа того, если он тут есть, конечно же. Вы активировали вход на... Так, найди магический круг, который приведет вас ко мне. Так, я вижу. В путь. Почему городские коты ненавидят нас, магов? Мы же ничего им не сделали. Все старшатся непривычно их вещей. Нам просто нужно подождать. Возможно, однажды они поймут. Так, враги. Я вернусь во времени и уничтожу первоисточник магии. Это должно положить конец дискриминуации. Если нет магии, нет ненависти. Но а твои магические теории времени слишком опасны. Все равно я помогу вам, потому что мы лучшие друзья. А с тобой все в порядке? А вас ударили? Это снова были горожане? Почему все всегда так? Довольно, нам нужно выполнить заклинание времени. Но с этой магией что угодно может пойти не так. Мы просто должны пойти на этот риск. Ничего не произошло. Это шипы тоже жесткие. Шипы нужно прокачать, точно. Стойте, ты же не хочешь сделать это? Это не выход. Уже слишком поздно, как только я ступлю туда, я наконец смогу все исправить. Древний маг. Что-то не так, вы нарушили заклинание. Это выше моих сил, я не могу сделать этого. Почему? Это может нам умерля. Мне жаль, я пытаюсь спасти вас. Я хочу только того, что лучше для нас, магов. Помогите мне. Мне жаль. А, новые мордашки. Спешу вам сообщить, что эти кристаллы на самом деле были моими воспоминаниями. Вы могли не вспомнить... Так, вы помогли мне вспомнить кое-что. Только что активировала их. Только что активировала их. Да, я позапамятовал немало с тех пор, как застрял здесь. Большинство моей магии тоже утеряла. Смотрите, каким маленьким я стал. Он в два раза меньше нас. Ну а теперь, когда вы нашли меня, появился выход. Может, когда я покину это место, я восстановлю свою память и магию. Увидимся снаружи. Наружу так наружу. Спасибо, что выпустили меня отсюда. Вот, возьмите. Так, шляпа синего мага. Мне нужно время, чтобы вспомнить все. Я останусь здесь. Вернетесь ко мне позже. Давайте уже закончим его квест. Стойте, друзья, только что вспомнил, что у меня есть шубка-невидимка. Но ее у меня украли, и не можете вернуть ее. Орден Изумруда.
О, так, значит, вы тоже ищете шубку? Я не против отдать вам ее. Я сохранил ее за... в закрытом сундуке, но его украли изумрудные разбойники. Их логово было в пещере Мягкие Лапы, но это было довольно давно. Посмотрите, может, они все еще там? Ошибаются. Ошибаются. Изумрудный разбойник. Мяу, эй, сюда. А вы насельщики, который нас так нанял босс? Мурститишна, мы переносим логово, босс ждет вас в конце пещеры. Так, Липина пещера. Лапина. Так, это у нас бараны. Как вы видите. Во. Жестко. Как-то быстро. Оп, успел. Так. Контурист. Ну, у нас как раз плюс еще урон. О, ледяные, у меня как раз же этот. Магия, что может расколбасить их. Так, меняемся. Ай, ладно. Не страшно. А чё, он урон не получил? Перекатие и урон не получается? Странно. Ой-ой-ой, насельщики! А, мы застряли здесь, вы поможете нам избавиться от этих чудищ? Да. Ой-ой. Давайте сюда. На самом деле можно просто взять мага и расстрелить их издалека. Ой, слышь, ты же давай не вздыхай, это приятно. Так, окей. Принял благодарное, но вы опоздали, мы все перенесли. Ну, почти все, кроме этого странного сундука. Это древняя ерунда, просто не хочет открываться, мы не знаем, что с ней делать. Давайте магию заюзу, отхилюсь. Хотя у меня так хил все забирает. Эй, не подходите к нему, он все еще наш, вы не можете просто так забрать его. Если он вам нужен, то лучше под... Так, подготовьтесь. Мы фрк какие сильные. А почему вы все еще не умчались? Мяу, вы насельщики... Так. Вы насельщики? Мышцы у вас больше и страшные. Просто забирайте. Так, вы подбираете сундук. Отлично. Ледяной посох, ледяной урон 10%. Так, спорт. Хотя давайте я одну вещь сейчас попробую. Связанная с этим. С перекатом. Ай, блин, там эти появились, ладно, я еще. Thank you.
уроженца. На 10% больше я получаю опыта. Мои усы Так, мои усы, начнем. Я чувствую, как сила нарастает внутри меня. Я начинаю вспоминать многое. А, но я не помню, как открыть сундук. А, пока возьмите это. Мантия белого мага. Спасибо, заходите ко мне еще, уверен, у меня будет больше ответов. Мне нужно, когда приходить сдавать задание, лучше брать этого плюсика. Теперь примечаю, моя мурзящая палочка может открыть сундук. Мурляя, помогите вернуть ее. Лабиринт под охраной. Палочка находится в царстве моей мурлячей магии. Мне нужно цвет так. Мне нужно, чтобы вы отправились сюда и принесли ее сюда. Я проведу заклинание, чтобы открыть вход. Вы понимаете, что он хочет отправиться все-таки и уничтожить магию? О, там будет лабиринт, просто следуйте за факелами. Если я правильно помню, там еще можно будет срезать путь. Будьте начеку. Нифига себе! Нифига. Следуйте за факелами, ищите, как срезать путь. Это чё? Я понял, что это. Какими факелами имеется в виду? А, факела имеется в виду печати, которые стоят, наверное. Не вижу смысла тогда драться. Или факела вы имеете в виду вот эти кристаллы? Печать я наступать не хочу, потому что я не знаю, куда это мне все дело приведет. Ну, хотите, можем, в принципе, сразиться с вот этим. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Невыгодная битва была. Мурчанную палочку. Так, меняемся. А вы даете древнему магу мурзяную палочку. Это она. Мрухага, я чувствую силу. Мои силы почти полностью восстановлены, а вот возьмите мой старый посох. Посох молнии. Приходите ко мне еще. Вы спросите. Мне кажется, тут одинаково все равно будет. Я открыл сундук, а вы хотели, чтобы тут так? Так, месть Грендельмура. Я вас понял. Ну, давай. Древний маг показывает вам шубку-невидимку. Очень красиво. Вы думали, я вот так возьму и отдам ее вам? Я Грендельмурали, и я воспользуюсь с этой шубкой, чтобы отомстить Миамбродору. Что смутились? Один из кристаллов моей памяти был испорчен, помните? Но поскольку теперь я уже все вспомнил, я покажу ее вам.
Это память, на меня в виду. Бля. Вам известно, что у меня было желание уничтожить магию в корне, так? А что если вместе с этим мне воспользуются магией времени, чтобы поймать всех горожан в ловушку царства заморожения времени? Они будут бесцельно скитаться по нему вечно. Стой, ты не можешь просто наказывать ни за что не магов. Две ошибки не дадут правильного результата. Они к тебе... Так, они к тебе плохо относятся. Мяу-лордор. Нам не следует вмешаться и что-то менять. Ты действительно хочешь довести дело до конца? Я лишь пытаюсь нам помочь. Тебе нужно это увидеть. Теперь все ясно. На самом деле, Мяурбор саботировал мое заклинание и заточил меня в этом царстве. Пробил час отомщения, он должен быть в Лапортусе. Я понял тебя, отправляйтесь в темный Лапортус. Перекаты. Блин, не, я, наверное, все-таки по сюжетке пойду, потому что... Мне это чертов полет должен, потому что с полетом очень можно все быстро изучать. Итак, ученики, мы должны смотреть высоко на немагов. Магнет. Мои королевы, вы освободили Геральда Мура? Он невероятно силен. Я должен... А? Что ты должен, деда? Или правильнее говорить, Мамбрдор, тебе меня не победить. Твои ученики присоединятся ко мне. Что, вы два короля слишком напуганы, чтобы подойти ближе? Полетели. Гриндоль надеется... Так, надевает шубку невидимую. Посмотрим, как ты сможешь с невидимым врагом. А чем отличаются невидимые от невидимого? Если у тебя палка в руках. Вы победили упавшего шубку невидимку. И бурзианная палочка. Ох, я могу уничтожить его в прошлом, но я сбежала от этого времени. В итоге побег лишь стал началом прочного круга ненависти вроде этой войны. Вы отдайте шубку невидимку деду. Она нам уже не нужна. Мы больше не будем бежать от проблем. Мы будем сражаться, чтобы положить конец этой войне. Мои корни, оставьте шубку себе. Благодарим за наше спасение и удачу. Шубка невидимка. Квест пройден. Стойте. Ха! Смысл. Я слышал, в одной из соседней пещеры есть магическая табличка. Сам я не отважу зайти туда. Вы слышали о хранителях книги? Они могут помочь вам выйти из квеста. Но сам я квестов не проходил, поэтому ни разу их не видел. Ладно, отправляемся в это тогда. А, видите, они все равно атакуют, хотя... Ладно. Это логично. Подождите. Я могу одеть ее. 25 уровня. А, так. Он тоже, в принципе, наносит такой же урон, как и я. Только магия. Давайте махом тогда играть.
слушать, а тогда ж... А в смысле я могу одевать вещи, которые типа выше уровня, чем должен? Странно, да? Давайте тогда попытаемся со скелетами сходиться. Ладно, отводим тогда врагов. Заходим в пещеру. Сейчас мы быстренько... А, блин, главное не сдохнуть, а то... Все мое. Сейчас мое превосходство потерять сам мигом. А ты что стоишь там? Ай-яй-яй-яй! Не, мне нужно их собрать, короче, здесь всех. Потом быстренько туда свалить. Доспехи скелета короля. Бум. Просто столько магии. Сюда. Вы понимаете, да? 99 уровень. 99 уровень. Так, ладно, там остался один сундук, в принципе, который я не могу сейчас достать. Так, поехали наверх. Можем пойти вообще, знаете, фиг знает куда. Поискать самые жесткие пещеры. Я могу просто паузу поставить, типа, и продолжать, типа, показывать пещеры какого-то очень определенного уровня. Хотя мы все равно будем все исследовать. Поэтому. 232. Это можем на этом закончить. Хотя 27 только. Ладно, это дурицкая деревня. Др Джекет. Приветствую, я доктор Джекет. Прошу прощения в сборе мяса чудищ. О, клыкастый друг пришел? Пришел мне на помощь? Какая радость. Добро пожаловать. Итак, часть горожан завалилась. Симптомы постоянно не падение манты. Ясно. Не понял. Анализ крови показал наличие странных элементов. Диагноз чудо-щелос. Мне нужно... Так. Образцы места летучих мышей, в частности, у меня не хватает образцов из ущелья Надричи. Уничтожьте летучих мышей в ущелье Надричи, чтобы получить их мясо. Мне кажется, мне теперь просто выгоднее атаковать танк. Вручную, с помощью посоха. Святые Мурляны, какое счастье, что вы... Это безумное место кошка. А если увидите эту кошку, лучше бежать как можно дальше, пока... Так, ну, у меня, в принципе, хорошо все получается. Теперь слышишь кошак. Мы собрали мясо летучих мышей. Так, я там ничего ценного такого не вижу. А, подожди, так мы здесь уже были. Могу я в царство зайти сюда? А, сохранись, на всякий случай. Вы ищете доктора Джекета? О, а чё, мясо, мясо.
Простите, здесь мясо. А самое непостижимое, что я не помню, как заходил внутрь. Вы даете доктор Джекет мясо. Доктор Джекет. Что знакомое? Гремяуна, спасибо. Мне понадобится еще помощь. Так, заходите еще. А сейчас возьмите это. Опа. Шляпка. Квест пройден. Ладно, давайте, может, сейчас с вами по путешествиям найдем как раз эти сокращения пути и продолжим. Поэтому полетели. Думаю, буду просто показывать. Так, 20 уровня пещера. Так, есть 50 уровня пещера. А, ребята, я не могу на ту сторону попасть. Мне нужно какой-то ключ этого. Лева. Так, ладно, я башню все-таки вижу тут одно. Недалеко. Вот. Статуя Филинграда. Найс. Ну, возвращаемся обратно. Это, короче, необычный лес, ребят, здесь. Вот это вот происходит. Давайте зайдем в 45 уровня пещеру. Как вы видите, какой-то процент я все равно ему нашел. Сейчас будем думать так, чтобы туда попасть. Так, опоздал уже. Снова опоздал. Ай-яй. Короче, здесь я понял. Или я нихера не понял. Да. Все-таки я нихера не понял. Сейчас будем делать так, чтобы меня не убило. Давайте скапаем их здесь, в одно место. Нет, так не получится. Ладно. Так, значит, мне нужно собрать магию, да? Блин, видите, главное, что мне этих нужно только убить, предварительно натянув их на шипы. О, видите, как оно работает? И то есть так, таким способом, да, я их могу грохнуть. Вот, видите, все, минус один. Минус один. Ой, я опоздал! Тихо, тихо. Я снова опоздал. Я снова опоздал. Бля, они все убежали. Дракона эту обмануть могу. Ладно, давайте тогда таким образом разбираться. Я их все равно подбил в какой-то степени, да? Найс. Окей. Ай-яй-яй-яй. Ну, как вы видите, можно сделать все это. Секира рыцаря. Можно тогда на этого рыцаря ставить секиру.
Можно, в принципе, зачистить пещеру, так как вы видите, у нас получается. А, так у нас. Мы еще нормально убиваем, слушайте. Так, а здесь немного непонятно мне. Хотя, понятно. Это будет просто very долго. Хотя, если я использую магию огня... будет быстрее. Так, поехали. Перекатами. Здесь ничего нет. О, сложно, слышите? Ой-ой-ой, меня ударили. Так, ладно, сейчас ману наполню хотя бы. Ой, ладно, 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 ладно. Тихо. Нехватка маны, да? Разберемся. Так, давайте, короче, сюда пока что. Кучку. Эй, иди сюда, иди сюда. Так он опять уходит. Мне нужно их сюда согнать хотя бы. Вот, все. Готово. Теперь тут все зачищено. Хотя, блин, ладно, давайте я зачищу и продолжу. Короче, поменял я палочку. И теперь у меня, знаете, сколько хп с этой палочкой? Одно. Одно хп. Минус 99% хп. Я просто тут в шоке. Я думаю, а почему бы нет? Ну, одно хп. Что тут такого, да? Давайте с одним хп попробуем. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. То есть, если бы у меня было достаточно хотя бы этого дамага, то да. Все, он отлетел, видите? То есть это не так уж и круто на самом деле. Единственный плюс, я как заметил, если атака попадает, да? Это сейчас по какому-то квесту я должен был делать. Найс, я понял вас. Ломать обелиски. Смотрите, то есть можно три заряда сразу в одного пускать. Тогда да, урон будет более. А так он, ну, не очень. Просто магию нужно скачивать. Нет, это, короче, оказывается обычный камень. То, что в ближнем бою он не пробивается. Так, врагов я всех убил, поэтому мы можем открыть этот сундук. Шляпа ледяного мага. Такое. Подождите, а почему я не могу... А, у меня что на урон там. Давайте я, короче, верну сейчас быстренько этот. Палку, которая у меня была. С помощью этого кота я отхилюсь и просто пробежу. Все. Идеально. И сейчас вон как раз вот башня одна, которая мне нужна. А не, это книга. Книга первая королевы цитата 2. Прошлого ветер навет сказание про последнего властителя изгнания. Элиос был его имя, и на нем лежит вина бремя. Ясно.
А, все, да, это они, все, это телепорт, который мне как раз нужен. Так, нам тогда вот этот нужен, да, и там продолжение того квеста, который мы выполняли, да. Ну, давайте тогда сбежим, сохранимся, и, в принципе, на этом, я думаю, закончим. И все-таки урон, он делится между теми тремя выстрелами, поэтому не выходно. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.